Давай, Клаки, вперед! Получай! Эй, что происходит? Что ты наделала? Если играть, то только в Poppy Playtime. Это несправедливо! Почему? Клаки, это ты? Моя голова! Пора привести здесь все в порядок. И с чего мы начнем? С домика головы. Каркас уже готов. Вау! А что дальше? Гребешок? Хм, это можно. Из этого перышка выйдет отличный гребешок. Есть! Ура! Мне нравится! Прям как у тебя, только побольше. Что они задумали? Посмотрю поближе. Что нам выпадет на этот раз? Ну же! Глазки! Но как их сделать? Ума не приложу. Что-нибудь придумала? Нет? На голодный желудок мы ничего не придумаем. Идея. Закажем пиццу. Есть? Отлично. С чем пиццу? Перфетто. Приятного аппетита. О, пепперони. Пахнет аппетитно. Ничего так. Ой, налетай. Это было вкусно. Я кое-что придумала. Из этих картонок получатся отличные глазки. Вот только чего-то не хватает. Эй, Клаки, лови маркер. Спасибо. Добавим зрачки. Фух, я это сделала. Как тебе? Привет, большие Клаки. Вау, еще один пункт выполнен. Я должна им помешать. Добавлю еще один пункт. Мисс Делайт. Колесо, крутись. О, нет, мне страшно. Упс, на помощь. Попалась птичка. Кто спасет моих будущих цыплят? Не бойся. Ребята, поставьте лайки, чтобы мы избавились от мисс Делайт. Помогите нам, пожалуйста. Прошу вас, мисс Делайт уже близко. Нам нужно больше лайков, скорее. Еще немного. Вас никто не спасет. Мы снова встретились, мисс Делайт. Попались? Что это с ней? А, заснула. Спасибо, ребята. Вы нас очень выручили. Вы лучшие. Не будем терять ни секунды. Какой у нас следующий пункт? Клювик. Клюв? Это уже посложнее. Но у меня есть идея. Мастер высокой кухни принимается за дело. Мука. Сладкий перец. Молоко. О, да. Еще это. Немного посолить. Хорошенько перемешать. Это займет время. О, что-то получилось. То, что нужно. А теперь отправляем это в печь. Время пошло. Готово. Клюв получился, что надо. Я гений. О, нет, снова мисс Делайт. Отлично. Мисс Делайт, разделайся с этой Клаки. С удовольствием. Я без боя не сдамся. Прощайся с жизнью. А! Ха! Не на ту напала. Получай. Вот так. Что? Эй, мы так не договаривались. Верни батон, хватит. Ну, что, выкосила? О, нет, я осталась без оружия. Помогите кто-нибудь. Держи, Клаки. О, да, вот и помощь подоспела. Защищайся, Делайт. Вот тебе, получай. О, нет. Ха, получилось. Ха, какие вы смешные. Что случилось? Ты проголодался? Я знаю, как тебя порадовать. Будешь брокколи? Издеваешься? Шучу. Как насчет бургера? Другое дело. Держи. Фух, вкусно. Наелся? Вот и славно.
Ты для нас приготовил угощение? Спасибо. Приятного аппетита. Обед готов. Я все равно до вас доберусь. Что там за шум? Выглядит аппетитно. Что? Опять это Делайт? Ну сколько можно? Сейчас я... Упс! Ой! Осечка! Нужно помочь голове. Я принесла снаряды. Ты знаешь, что с ними делать. Есть, мэм. Заряжаю. Делайт, ты ответишь за все свои злодейства. Получай! О, нет, я падаю! Ха! И не возвращайся! Что за странный запах? Фу! Это у тебя изо рта так пахнет? Кошмар! Открой клюв! Не хочешь? Ну, пожалуйста, я только взгляну! Ой, это настоящая катастрофа! И как мне все это расчистить? Кэтнэп, ты снова меня выручаешь. Зубная паста и щетка. Как раз то, что нужно. Приступим. Для начала очистим зубной налет. Так и я и за неделю не управлюсь. Нужна щетка побольше. Сейчас прокачаю пасту и щетку. Да, так дело пойдет быстрее. Готово. А это что? Пончик здесь явно лишний. Поаккуратнее. Кроссовок? Как он сюда попал? Упс, прости, Кэтнэп. Я в порядке. Все лишнее долой. И от брекетов мы избавимся. Последнее пятнышко, и зубы сияют чистотой. О, да. Дай пять. Упс, это так грустно. Эй, покрути колесо. Крылья, отлично. Но как их сделать? Придумала. Попалась? Где она? Опять ты? Получай. Отдай. А, помогите. Ненавижу перья. Вызываю тебя на поединок. Мне страшно. Готова к поражению? У тебя нет шансов. Это мы еще посмотрим. Ты проиграешь, курица. Девочки, может, не надо? Начнем? Я готова. Фух, ты как? Порядок, проголодалась. Я, пожалуй, пойду. Счастливо оставаться. Выход там. Удачи. Моя голова. И что делать с этим беспорядком? Слишком много перьев. Пришло время взбодриться. Много кофе не бывает. О, да. Фух, готово. Из этих перьев получились достойные крылья. Тебе они будут как раз в пору. Нравится? Славные крылышки. А теперь давай пять, дружище. Ну чего-то все равно не хватает. Ты тоже хочешь ноги, как у меня? Но как нам это устроить? Покрутим колесо. Дальше по плану куриные лапки. За дело. Не так быстро. Я придумала пакость поинтереснее. Мне нравится. Снова они. Мы испортим их работу. Вот тебе, получай. Очередная пакость удалась.
О, нет. Кто это сделал? Кто посмел так жестоко с тобой поступить? Я этого не вынесу. Клаки, успокойся. Это невозможно. Наши друзья придут на помощь. Верь в нас. Команда, за дело! Мы мигом избавимся от этой бумаги. Раз. Два. Три. Готово. Ура, спасибо вам. Всегда пожалуйста, Клаки. Обращайся. Вот только ноги мы еще не добавили. Клаки, у меня есть идея. Это эскиз ног. Вау, то, что нужно. Спасибо. Осталось раздобыть материалы. Вот это подойдет. Я все еще здесь. За работу. Это мой шанс. Упс. Не шагу дальше, злодейка. Нет, на помощь, пощадите. Какая странная игра. Спасите. Вот умора. Пока, Делайт. А я начинаю творить. О, да, ноги готовы. Но с размером я немного ошиблась. Они слишком маленькие для меня. Не расстраивайся, я это быстро исправлю. Раз, два. Фух, сделано. Ура, отличная работа. Нам нужно больше строительных материалов. Вот вы и попались. Попробуйте выбраться из этого мешка. А ты чего уставился? Ты опять? Я и до тебя доберусь. Лишние свидетели мне не нужны. Вот и все. О нет, где большой Клаки? Какой ужас! Что с тобой сделали? Все наши старания были напрасны. О, вот ты где. Ты в порядке? Кто это сделал? Это была мисс Делайт. Катнеп, расскажи все, что знаешь. Она утащила игрушки и спрятала их в мешок. Он там, внизу. О нет, какая жестокость. Мы должны раз и навсегда разобраться с этой злодейкой. Она хотела меня уничтожить. Негодяйка, все за мной. Я тоже иду. Куда они подевались? О нет. А, на помощь. Стой. А вот и первая улика. Кто это сделал? Ты? Что вы? Ты? Ну уж нет. Нет, это не я. Что тут у нас? Ага, грызешь от нервов карандаш. Один в один, как у потерпевшей. Это не то, что вы подумали. Стоять. Никто не покинет класс, пока дело не будет раскрыто. О, нет. О, да. Тут мы и проведем допрос. Итак, кто убил мисс Делайт? А вот и первая подозреваемая, Поу. Именем закона ты арестована. Я не виновата. Докажи. Вот как все было. Мы сидели на уроке. Ребята были сильно заняты учебой. А я ни о чем не могу думать, пока в животе пусто. Точно. У меня как раз есть шоколадный карандаш. Делайт и не поймет подставу. Идеальное преступление. Поу, снова прохлаждаешься. Ну что опять? Блиц-тест. У тебя 2 минуты. Не ной, не умрешь. Мой карандашик. Вот так все и было. Какой-то бред. Тоже мне коп. Вот, смотрите. Вкуснятина. Отдай, это же улика. Но я голодная. Ладно, ты невиновна. Продолжим расследование. Что здесь еще интересненького? Обожженный тест? Гнев, подойди-ка сюда. Что-то случилось? Это ты мне расскажи, что случилось. Я нашла твой тест. Теперь ты новый подозреваемый. Что скажешь в свое оправдание? Вот как все было. Снова тест? Я же совсем не готовился. Ой-ой. А ну не списывай. Вредина. Поу,
что в пятом? Пятом? Пятый вопрос, покажи, прошу. Мороженка, как тебе? Ясно, я не худший вариант. Ненавижу эти тесты. Пусть будет Б. Что? Да что за день? Ой, фу, фу, не гори! Мисс Делайт меня убьет! Как успехи, гнев? Что это? Двойка! Может, не надо? Мисс Делайт, чего тебе? Может, все-таки разрешите мне пересдать? А ты настырный. Ну, как скажешь. Изучи немного литературы. Это немного. А что такого? Думаю, до завтра справишься. Я уже рук не чувствую. Вот дополнительное. Нет, нет, основной программы хватит. Честно, смотрите. Вот это все она задала на завтра. Ужас. Ну и изверг. Не открывается. Да давай мне. Ауч. Я не убивал. Да все, все, верю. Ладно, гнев невиновен. Мисс Циркуль на допрос. Поосторожнее там. Не пререкайся. Ты подозреваемая. Спокойно, шеф. Вот как все было. Класс. Сегодня на геометрии ваша задача начертить круг. Абсолютно ровный. Приступайте. И как этой штуковиной пользоваться? Сломала. Ты циркули никогда не видела. Да уж. Легко. Что? Вау. Да это же шедевр. Мисс Циркуль, чудесная работа. Это отлично. И это? И это. Все отлично. Молодчина. Ага. Благодарю, что оценили. Срочно на доску почета. Моя гордость. Ха, я лучшая. Довольно вранья. Я видела твою работу. Это ужасно. Ну, может, немного приукрасила. Это не доска почета. Это доска позора. Упс. И как тебе доверять? Ладно, я расскажу правду. Уж постарайся. Я понятия не имела, как чертить круги. Ау-поу. Вышло отлично. Ну, давай же. Ну как? Могло быть лучше. Что там у тебя, циркуль? Дай-ка сюда. Позор. Двойка. Учись, упоу. Ну, мисс Делайт. Ненавижу геометрию. Не поняла? Циркуль? Это вам. Оу. Фух, спасибо. Угощайтесь. Это прекрасное дополнение в мою коллекцию яблок. Так все и было, смотрите. Почему тут только красные? Обожаю зеленые. Но это же улики. Перестань. Не могу остановиться. Ах, Поу, ты невыносима. Я просто проголодалась. Ты. Ладно, проехали. Что? Офицер Кэтнэп, взгляните. Мисс Делайт что-то хочет сказать. Не поняла. А я говорила, что невиновна. Ну ладно, верю. А кто же это? Офицер, там был Дог Дэй. Поподробнее. Он был рядом и громко смеялся. У него был карандаш. Убийца Дог Дэй. Я видела все из-под парты, но просто мороз по коже. Это ужас. Ага, так и запишем. Ага. Все верно, только тсс, он может услышать. Но где же он? Ребята, напишите в комментариях, где Дог Дэй. Срочно помогите следствию. Дог Дэй! Не вижу. Что за звуки? Нет, нет, нет. Что? Под партой? Ага, спасибо за содействие. Тук-тук. Я ничего не делал. Я не преступник. Все так говорят. Пойдем. Нет, не надо. Я с тобой не играю. Дог Дэй, ты следующий подозреваемый. Ты убийца. Нет, нет. Я все расскажу. Я просто вытирал доску на перемене. Мисс Делайт? Мисс Делайт, о нет, очнитесь. Какой ужас, мисс Делайт? Да дай поспать мне, чего раскричался? Фух, вы живы. Еще всех вас переживу. Что? Что ты сделал? Стер с доски. Я этот час писала. Как страшно. Упс. Иу. Пиши, Дог Дэй. А, вы об этом? Ну, конечно. Итак, а в квадрате минус b в квадрате равно. Я не успеваю. Фух, готово. Вот так все и было. Не верю ни единому твоему слову. Честно. Ну ладно, проверим. Ага, руки и правда в меле.
Так уж и быть. Не сажайте в тюрьму. Уговорил. Док Дэй, ты не виновен. И кто же убийца? А где были вы? Да-да. Подозрительно. Что? Я? Я на стороне закона. Ну ладно, слушайте. Я зашла в кабинет. Так, проверим, как проходят уроки. М-ха-ха. Обожаю детские слезы. Что, простите? Упс. Обожаю детские грезы, директор Кэтнэп. Похвально, так и запишем. Проверим состояние химической лаборатории. Так-так. О, нет. Это я виновата. Отдайте! Я убийца. Я раскаиваюсь. Минуточку. Карандаш попал в глобус. Стоп, что? Да-да. Смотрите, прямо сюда. Ну ладно, так и быть, забирайте. Ура! Я невиновна. Дай сюда. Снова за дело. Нужно внимательнее осмотреть тело. Так-так, ничего нового. Мисс Циркуль? Она мертва. Отойдите от тела. Посмотрим. Так-так-так, ага. Надкусанное яблоко. Вот и улика. Сохраним это. А это еще кто? А что у вас тут происходит? У нее точно такое же яблоко. Оу. Интересненько у вас. Ты арестована, Джози. Что? Ты обвиняешься в убийстве, мисс Делайт. Проверим тебя на детекторе лжи. Оно не бьет током? Вопросы здесь задаю я. Итак, расскажи, где ты была в момент убийства? Я шла по коридору. Как вдруг свет замигал. Привет, привет, Джози. Куда она пропала? Не убивайте. Ты чего? Я просто рада, что ты сдала тест на отлично с плюсом. Что? Спасибо, мисс Делайт. Умничка, продолжай в том же духе. Секунду, мисс Делайт. Я и дала ей яблоко. Посмотрим. И правда. Ладно, Джози, снимай. Фух, пока-пока. Девчонка невиновна. А это что? Новая зацепка. Эй, это мое, отдай! Кейн, у меня есть пара вопросиков. Каких вопросиков? Ты подозреваемый в убийстве, мисс Делайт. Тишина, идет расследование. Ладно, ладно, рассказывай. Мы просто играли с Поу в Уно. Еще плюс 4. Оу. Записываем, класс. Плюс 16. Уно, я выиграл. Ты жулик. Научись проигрывать, Поу. Ладно, посижу в ТикТоке. Все записали? Не поняла, Кейн. Кейн, я с кем разговариваю? Да-да, мисс Делайт. Никаких гаджетов на занятий. Отдам в конце четверти. Ну, мисс Делайт, отстой. Хорошо, что есть еще один. Уже нет, запрещено. Это несправедливо. Хорошо, что у меня есть ноутбук. Что? Ты не понимаешь по-хорошему, Кейн? Никаких гаджетов. О, нет. А если бы я не сохранился? Мой ноутбук. Вон из класса. С удовольствием. Вот так все и было. Да уж, можешь быть свободным. Аревуар. Как он это делает? Блокнот гнева? Что это за рисунки? Гнев? Объяснишь свое творчество? Вы о чем? О твоем блокноте. Он же был здесь. Куда ты его дел? Не понимаю, о чем вы. Вы про этот блокнот? Поу. Не хватает цветочка? Ты снова портишь улику. Простите меня, офицер. Гнев. А, нет. Спокойно, Кэтнэп. Проверим пульс. Без паники. А, он мертв. Может, самую малость. Заем стресс. Вкусно и грустно. Поу, прекращай уже. Смотрите. А? Что-то мне нехорошо. Спасайся, кто может. Я с тобой. Стоять. Еда всегда утешает, Поу. Я знаю, как поднять ей настроение. А! Поу, нет! Да, бедная Поу. Мне поможет Кэтнэп Лупа. Интересненько. Ага, желтая перчатка. Ее носил убийца. Знакомая перчатка. Так точно. Убийца где-то рядом. Нет, нет. Ага, подозреваемый Хаги-Ваги. Что? Это вовсе не я, честно. Улыбочку, зубастик.
Ассистент, повесьте на доску. С радостью. Чувствуешь запах тюрьмы? Да, подождите, я все объясню. Вот как все было. Я просто упал с полки. Кто здесь? Хаги? Ауч, моя голова. Все кругом. Привет, я Хаги. Привет, я Пум. Сыграем? Это можно есть? Шарик лопнул. О, нет, не плачь. Та-дам, смотри. Мой любимый шарик. Не беда, держи. Вау, класс. Спасибо. Вот так все и было, честно. Что-то верится с трудом. Да я честно говорю, я очень чистоплотный. А вот Джози, кстати, не мешало бы протереть пыль. Ты что, ревизор? Типа того. Вуаля. Дай-ка проверю. Желтое, белое, желтое, белое. Я же говорил. Ты, конечно, странный, но невиновный. Вычеркиваем. Есть. Сделано, Кэтнеп. Ой-ой. Ау, тяжелая. Но когда смотрю на краши, сразу легче. Я тебя спасу, Джози. И правда тяжелая. Хаги, выручай. Только быстрее, пожалуйста. Одну минутку. Тянем. Ауч, заноза. Мой бедный пальчик. Ребята, срочно поставьте лайк, чтобы спасти Джози. Прошу, поторопитесь. Ну, пожалуйста, почти. Есть, спасибо. Плюсик мощности. Вкусный. Хаги, ну же. Ха-ха, взгляни на эти мускулы. Класс, за дело. Легко. Раз плюнуть. Ура, все целы. Идем, Хаги. За спасение Джози назначаю тебя своим ассистентом. Держи форму. Служу правосудию. Держи свой инструмент. Пользуйся. Полегче. Посмотрим. Так, что тут у нас? Что происходит? Именем закона, не с места. Ага, Хоппи. Рисунок Пау. Ты обвиняешься в убийстве. На допрос, немедленно. Что происходит? Где я? Мне в глаза. Подозреваемая Хоппи. Хоппи, я разочарована. Но я ничего не делала. Тогда как ты объяснишь это? Что это за рисунок? Это не то, что вы подумали. Вот как все было. Пау сама нарисовала мне этот рисуночек. Внезапно она очень проголодалась. Я вспомнила, что в сундучке, может быть, осталось что-то вкусненькое. Сейчас я тебя покормлю. Вау, Пау, смотри, это деликатес. Но это же муляж. Упс, продолжаем поиски. Может, перекусишь брезгливостью? Видимо, перепады напряжения. Смотри. Что там? Еда? Нет. Ну смотри, какое милое фото. А где же еда? Ха-ха-ха, ну приветики. То есть, нам не показалось? Не-а. Хоппи, ты куда? А обед? Оу, голод как рукой снимет. Может, не надо? Посиди в сундучке. Кушать подано. Нет. Я тебя съем. Ага, интересная версия. О, нет, за спиной. Привет. Кто? Не с места, преступница. Какой кошмар. Преступная милая. Улыбочку. С радостью. Дай сама. Так, ну хватит уже. Садись сейчас же. Колись, ты убила Пау? Да нет же. Я где-то посеяла свой циркуль. А я без него как без рук. Хоппи пыталась накормить Пол, а ей ничего не нравилось. Вы не видели циркуль? Трусишка Хоппи. Упс. Мисс Циркуль невиновна. Ой, а это что под кроватью? Ага. Так держать, ассистент. Забирай. Мой маленький, я так скучала. Я тебя больше никогда не оставлю. Чудно, конечно. Но кто же убийца? Кэтнеп, я нашел важную улику. Посмотри. И что? Это яблоко. Я взял след. Молодец, Хаги. Проследуем. Ага. Джози? Хаги, ребенок просто обедает. Не отвлекай по пустякам. Простите, офицер. Три наряда вне очереди. Что-то я объелась. Я уже сыта по горло. Внимательно осмотрю тело. Так-так. Ага, это же рыжая шерсть. Огромный клок. Сохраню в качестве улики.
Но чья же она? Ну, конечно. Совпадение 100%. Дог Дэй, за мной. Признавайся, ты убийца? Отвечай. А зачем так орать? Я еще не начинала. Ау, за что? За то, что разбрасываешь шерсть на месте преступления. Улыбочку? Это правда не я. На доску подозреваемых его Джози. Будет сделано. Дог Дэй, новый подозреваемый. Признавайся, зачем ты? Кэтнэп, это срочно. Ну что еще? Пойдем. Выкладывай. Я внимательно осмотрел тело. И мне кажется, что это нам точно пригодится для расследования. Ты серьезно ради этого оторвал меня от допроса? Вон остальной набор. Упс, извини, забыли. На чем мы остановились? Ты убил Поу? Да нет же, это точно не я. Чем докажешь? Смотри, я танцевал для Поу. Браво, Дог Дэй. И раз, и два, бедрами туда-сюда. Спасибо, деньги, лучшая оплата. 10 из 10. Как же все невыносимо чешется. Какой кошмар. Поу, что такое? Очень чешется спина. Не можешь почухать? Хорошо. Кайф. Фу, ну ты и линяешь. Иу, ты ведь блохастый, гадость. Я знаю, что делать. Поза, поза, меняюсь. Все еще чешусь, не помогает. Ну ладно, тогда по старинке. Ну как? Как заново родился. Поу, кто это с тобой сделал? Ты была так добра ко мне. Ко всем нам, вытри слезы. Невиновен. Но кто же тогда? Следствие зашло в тупик. Так, а что это у Поу в волосах? Подозрительно. Да сколько этой нитки? Ничего себе! Ну откуда? Это ты, Кэтнэп? Нет, нет. Это мы еще посмотрим. Теперь вопросы задаю я. На допрос. Это ошибка. Ты убийца. Я скажу, как все было. Поу взяла меня с полки. Какая милашка. Привет, я Кэтнэп. Я Поу. Оу, смотри, у меня для тебя кое-что есть. Как тебе? Обожаю играться с нитками. Ну вот и супер. Чур, я подаю. Ловлю? Так лучше. Поу! Поу! Что это? Что-то тут нечисто. Поу, где же ты? А ты кто? Нет! Вот так все и было. Сомнительно. Минуточку. Осмотрюсь. Не может быть. Та самая перчатка. Иди к Джози. Узнаешь? Да-да, это она. А я говорила. Так уж и быть. Ты снова следователь. Держи. А это к остальным уликам. А это еще что? Кейн? Кэтнэп, смотри, что нашла. Дай сюда. Кейн? Ты мне всегда казался подозрительным. Но где же твой жезл? Лежать не с места. Что это торчит? А вот и трость. А ну стоять! Куда это ты собрался? Не это ищешь? Но. Никаких но. Ты задержан, Кейн. Что? Почему? Ты убил Поу. Улыбочку во все 32. Посмотрим. Кейн, Кейн! Как все было? Та-дам! Я просто показывал фокусы для Поу. Вау, как круто! Браво! Благодарю, ты лучший зритель. Ну покажи еще один фокус, мне мало. Есть один. Цветы для прекрасной дамы. Вау, как неожиданно! И приятно. А так? Ну, очень приятно. Сколько здесь? Это не важно. Ну, Кейн! Пранк удался. Я покажу тебе пранк. Эй, это мое! Отдай! Ну уж нет. Оу, я треб... Да что же такое? Снова мимо. Кейн невиновен.
Но кто же тогда убийца? А что если это... Кэтнеп, я нашел еще одну улику. Молодчина, держи, Джози. Хм? Да это же от подушки. Учись, Хаги. Пойдем, Джози. Ну вот опять. А это что за бант? Минуточку, карандаши, яблоки, горошек, красный бант. А что, если это? Ну, конечно! Как я сразу не понял! Вперед! Так-так-так, а куда пропала мисс Делайт? Скрылась с места преступления. Ну, ничего, мы мигом отыщем вашу семейку. Убийцы Делайты! Разыскиваются опасные преступники. Что это такое? Хаги, я же не стена. Вот, смотри, Кэтнеп, я все расклеил. Дубина, эти объявления нужно клеить на улице. Прости, босс. Живо расклей это везде. Принял? Везде, везде, везде и везде. Все, я справился. Так держать. Что стряслось? Все затряслось. Соберись, ты же полицейский. Так, что тут у нас? Не пойму, откуда этот шум. Дорогая, что случилось? Я слегка проголодалась. Не беда, закажем доставку. Что бы ты хотела? Я хочу. Да-да. А еще диетический салат и колу без сахара записал? Готово. И куда же без десертика? Не тяжело будет осилить, дорогая. Это переходит все границы. Как же тяжело! Это что, свадебный банкет? О, гляди, он сказал свадьба. Может, он в курсе? Точно, вперед! Моя спина! Стоять, полиция! Хаги, покажи. Да не это, объявление покажи. Видели эту парочку? О, точно, да-да-да-да-да. Да ну эти коробки, взгляните, офицеры. Вот он заказал столько всего, что у меня поясница не выдерживает. Это ли не криминал? Я знаю, что делать. Только тссс, у меня созрел план. Моя колюченькая. О, а вот и курьер. Доставка вкусняшек без подвоха к вашим услугам. Ну что там? Быстрее, я умру от голода. И пицца. Кажется, все идет по плану. Ой, не убивайте меня, прошу. Я слишком молод. Эй, а как же чаевые? Ну ладно, какой скромный. Что за звук? У меня объеденье. Дорогая, не торопись. Еще кусочек. Все. Холестерин убивает. Упс, прости, дорогой. Я и тебе оставила. Что? Ну, спасибо, очень мило с твоей стороны. Кажется, пора сделать тест на беременность. Ну, возможно, ты и прав. Объеденье. Ну, что там, когда уже, дорогая, как успехи? Сюрприз, дорогой. О, да, у нас будет маленький Делайтик. Я готов плясать от счастья. Запечатлю момент. Что? Этот нахал еще и пляшет? Ну, ничего. Кэтнеп, я поймал Делайта. Он сопротивлялся, дрался, но я его схватил. Хаги, кто это вообще? Могу идти? Что, это не мистер Делайт? Пока ты валяешь дурака, он над ними насмехается. Босс, еще один шанс. Я его приведу. Дорогая моя, я принес тебе плед. Вот так. Это так мило. Ну не плачь, моя любовь. Вот мои любимые карандашики. Украсим животик. Сыграем? Ты в своем уме? Ну, я тебе покажу игру. Да, дорогая, не горячись. Ха-ха, лови. Стоять не с места. Что? Фух, пронесло. Ты меня чуть не убила. Упс. Как ты себя чувствуешь? Чувствую схватки. Дыши. Все будет хорошо, спокойнее. Может, в больницу? Идем, родная. Доктор Догдей, мы к вам. Кто тут у нас такой беременный? Дыши, дыши. Что тут у нас? Ауч, проказник, малыш. К
Кто там у нас, мальчик или девочка? Интересненько. Впервые такое вижу, не пойму. Чудес сада и только. А вы что думаете? И мы не знаем. Ребята, а как вы думаете, кто в животике у мисс Делайт? Напишите в комментариях. Эй, мы вообще-то все еще ждем. Ну, тогда приступим к гендер-пати. Итак, мальчик или девочка? Кто же? И у вас... карандашик? Это так здорово! Здорово, наверное. Ой, кажется, началось. Что началось? Началось! Бррр, ну и неженки пошли. Пройдемте, мамочка. Я так волнуюсь. Ой, а где все? Соберись, мистер Делайт. Папочка, поздравляю, у вас карандашик. Посмотри на него. Тише, малыш. Привет, малыш, кто тут у нас? Может, эта игрушка тебя развеселит? Какой он у нас славный. Оу, не могу сдержать слез. И как ты умудрился, Хаги? Они были вооружены. Ничего, малышка, мы их обязательно проучим. Я в вас не сомневаюсь. И правильно делаешь. Хаги? Будем действовать вместе. В этот раз им не уйти. Ну вот, малыш, ты дома. Это наша гостиная. А это моя Вита. Самое важное. А здесь хранятся наши воспоминания. Вот, смотри, семейный альбом. О, как давно это было. А вот и Кэтнэп, когда мы еще не враждовали. О, нужно вставить новое фото. Дорогой, нужно покормить малыша. Не проблема. Вот. Оп, оп, ловкая. Может, поторопишься? Да я просто взбалтывал смесь. Держи, малыш. Неужели? Ух, справился. Я вообще-то тоже хочу есть. Это я предугадал. Милкшейк для мамочки. Спасибо, дорогой. Ты душка. На здоровье. Ой, дорогая. Это не я. Ты уверена? Да, это же малыш. А, ну да. Срочная смена подгузника. Зачем делать это руками, если есть моя прелесть? Уф, какой ужас. Дорогой, утилизируй это. Будет сделано. Ну-ну, не плачь, малыш. Мама тебя убаюкает. Не помогает. Колыбельную? Ладно. Может, у нас вкус похож? Дорогая, выруби это. Вот малыш и уснул. Весь в маму. Чудесная новость. А ты молодец. Так, а ну не спать. Что случилось, дорогая? Нашему малышу нужна кроватка. Вот такая. Ну, я попробую. Не с места, это полиция. Что? Откуда? Думали спрятаться? А вы не думаете, поняли? Хаги, не позорь нас. Короче, вы арестованы. Я тебя не пущу. Ты? Дай-ка сюда. Пока-пока. Дорогой, ну вы... Отдай карандаш, Делайт. Никогда, это мой ребенок. Дай сюда. Попалась. Все кончено. Все кончено, говоришь? Упс, или не все. Отдай ребенка сейчас же. Только успокойся. Не убивай меня. Ха! Фух, вроде оторвался. О, иди я. Достала когти и рычишь. А-а-а! Пробуй. Вот так? Не могли бы подержать секундочку? Ой, там гонится, ну это, неважно, пока. Отдайте моего ребенка. Кэтнэп, ты зачем его взял? Что? Да это ты его взяла. Нет, ты. Ты, полежи здесь. А у меня здесь нет. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик. Бежим! Вау, где я? В сторону! Моя голова! Она идет в убежище! Хотели от меня сбежать? Не выйдет! Я вас все равно найду! С какого домика начать? Вот этот будет первым. Пожалуйста, только не мой домик.
Получай! Мне страшно! Она разрушит мой домик! На помощь! Вот тебе! Теперь не сбежишь!